Вот на связи сегодня вы сможете наблюдать уникальную операцию спасение клонов из лагеря смерти. Непременно поддержите этот видеоролик лайком, а канал подпиской. Начинаем. В рамках вселенной Звездных войн такого понятия как плен, обмен пленами, естественно, не существует. Ну а кого обменивать-то? Дроидов на кусок мяса, железяку на клоны? Ну согласитесь, это довольно было бы странно, как минимум. Ну а как максимум, мягко выразимся, нелепо. Поэтому Конфедерация независимых систем долго думала, что же делать с клонами, которые не были уничтожены, и решили так. Обычных рядовых, низший офицерский состав, который в принципе не обладает какой-либо существенной информацией, их можно брать и вот таким варварским способом, давайте я вам приближу, извините, если кто не обладает сильной психикой. Но вы должны видеть эту картину, чтобы понимать всю дикость. Они решили их просто брать и вот таким образом уничтожать. Расстрел, короче говоря. На один из таких прибыл генерал Гривус вместе со своей свитой. Вы можете увидеть кортежем, но об этом чуть-чуть позже. Соответственно, высших офицеров, может быть даже генералов, джедаев, они решили пленить и брать у них информацию, ну и в принципе содержать их как настоящих пленных, естественно, до поры до времени, когда они перестанут быть нужными. Кому-то покажется, что это странно, потому что война-то срежиссирована. Как знакомо, правда, война срежиссирована. Актуально. Ладно, мы о Звездных войнах. Так вот, кому-то может показаться, что война не настоящая, и зачем пленные нужны? Это абсолютно идиотство. Но командование от разных планет, это же союз, конфедерация, оно-то не знает, что все понарошку, скажем так, создано для того, чтобы один старый господин стал повелителем всей галактики. И они бьются над какими-то проектами, в том числе они создали этот вот. В данный момент мы с вами наблюдаем лагерь смерти. Как видите, один из самых жесточайших, потому что его почтил своим визитом генерал Гривус. Естественно, здесь большая охрана, были выставлены магностражи, которые прибыли с нашим героем, ну или злодеем. Герой в смысле персонаж. Дварф-дроиды, ну и все остальное. Спасательную миссию возглавляет командир Коуди без своего генерала Кеноби, потому что он счел, что это довольно простое дело, но не рассчитывал, что здесь будет сам граф Дуку. Естественно, если бы он об этом знал, генерал Гривус схлестнулся бы со своим другом, противником, знакомым, приятелем Кеноби. Ну что же, я всем желаю приятного просмотра еще раз, и мы начинаем смотреть на это великолепное, поверьте мне, зрелище. Поехали. Итак, техника пошла вперед, командир Коуди руководит с этого холма, но он тоже потихоньку продвигается. Взрыв, уничтожено было АТРТ, идет перестрелка. Бойцы этой группы, смотрите, идут в наступление, взломали ворота. Те, кто справа, тут вот находится с помощью гранатомета. Но тем не менее, еще идет отстрел, как вы можете увидеть. Есть бойцы с пулеметом. В том числе тяжелым миниганом, так называемым. Взорвался еще один АТРТ. Довольно удачно действует дварф-дроид. Но его, конечно, обходят. Сейчас еще боец с гранатометом подойдет. И, возможно, на этом кончится битва для дроида-паука. Магностража отходит к охраняемыми целями. Также вы, наверное, видели, что республиканцы имеют гранатометами. Вот, например, эти ребята. Давайте посмотрим, какой вклад делают они. Я надеюсь, вы, парни, выстрелите для уважаемых зрителей. Потому что я на вас внимание сконцентрировал. И если вы не соизволите, будет крайне обидно. Ох ты! Ну, кто-то, кстати, стрельнул. Но мы не увидели с вами выстрела этого, значит, расчета. Но, тем не менее, могли наблюдать, как был ликвидирован АТРТ. Взрыв прогремел, и, к сожалению, клоны не могут знать, это все были их братья убитые здесь или нет. Нет, ребята тут еще находятся в казармах.
из совершенно разных подразделений, от того же 212-го, сети, 501-го и прочие. Генерал Гривус жив или нет? Да, смотрите, генерал Гривус живой, стоит около палатки. Его продолжают охранять, врата взламывают. К сожалению, он не успевает добежать до своего шаттла, чтобы убраться, но дроиды все равно продолжают держать оборону. Вдруг их генерал все-таки добежит. Прогремел еще один взрыв. Это минометная мина. Охрана генерала Гривуса подвергается тотальному уничтожению. Клоны уже... Но клоны, кстати говоря, еще не зашли. Это вот вы видите сейчас погибших заложников, а самих клонов, бойцов-освободителей мы еще не наблюдаем. И вроде как ведут, конечно, прицельно огонь по генералу. Но вроде как вот что-то тут боец хочет. Бедный генерал, вы посмотрите, что с ним происходит. Его буквально зажали со всех сторон. Давайте, наверное, замедлим еще. Мне интересно будет, во-первых, посмотреть все намного в близком ракурсе. Какой... Ну, это кино. Ну, отрицать вы не можете. Это самое настоящее кино. А генерал Гривус и так... Ну, он, естественно, учился у графа всем этим приемам. Особенностям дуэлей. Да, был уничтожен дроид-паук. Остался от него одна головешка. И гранатометчик. Я вижу здесь погибший. Можно заметить его оружие. Видимо, он пожертвовал собой ради успеха операции. Здесь пробираются бойцы. Не могут понять, как зайти через эти лабиринты колючей проволоки. Кстати говоря, а где командующий этой операции? Да, вот АТРТ моментально уничтоженная. Кстати, вместе с бойцами, которые находились рядом. Командора Коуди я пока не вижу. Неужели его ликвидировали? Это вряд ли, потому что все-таки высший клон, как-никак. И я не думаю, что он обладает столь низким интеллектом, чтобы способен погибнуть. Но мне все-таки интересно, любопытно его отыскать, этого командора Коуди. Уничтожена АТРТ, которую мы с вами тоже видели. Ну-ка, что там с генералом Гривусом? Кстати говоря, все это время операцию прикрывали бойцы специальных операций, как это неудивительно, вооруженные снайперскими винтовками. Они заняли довольно неплохие позиции, как можете наблюдать. И могли простреливать в том числе с флангов дроидов и того же генерала Гривуса. Давайте, кстати, посмотрим, что происходит сейчас с ним. Так, я слышу, кто-то здесь ходит. А это еще магностражи, кстати говоря, они отступают. Неужели генерал Гривус был убит? Подождите, я... Нет, не тут-то было! Генерал Гривус не настолько глуп, он спрятался в домике. Ну, мы его... Я его недооценил, хочу сказать. А магностражи, кстати говоря, бегут. Но я не думаю, что удастся им спастись. Многие дроиды решили перегруппироваться здесь. Не так уж они и глупы. Потому что все-таки вы, не знаю, заметили или нет, но броня этих Би-1 окрашена в красный цвет, что означает принадлежность к охранным подразделениям, соединениям. Вот, собственно, ох ты! Мне показалось, или генерал Гривус... Да, смотрите, генерал Гривус, кажется, сейчас зарезал уже одного из клонов. Ну-ка, что он сделает с другим? Давайте посмотрим. Вот так. И еще одного зарезал. И спрятался за стенкой, был таков. Будет крайне печально, ну, для, естественно, апологетов Галактической Республики, если генерал Гривус сейчас таким образом перережет глотки всем клонам. А они продолжают пользоваться минометами, но вроде нет. Я просто испугался, что они... Нет, все-таки своих уничтожили. Friendly, что называется, fire. Дроиды Магностражи продолжают отстреливаться. Там можно уже заметить на территории лагеря клонов. Магностражи совместно с дроидами Б1 ведут ответный огонь, но я не думаю, что это их спасет. А вот, кстати говоря, о генерале Гривусе все возможно. Я предлагаю чуть-чуть ускорить сражение, посмотреть на судьбу Гривуса, потому что к нему заходит очень много бойцов. И не ясно, что все-таки 700... Ух ты! Тут боец с пистолетиком, смотрите, в рукопашную схватку пошел. Не знаю, уничтожит его или нет, потому что... Он мастерски отражает выстрелы, но клонов слишком много становится, смотрите.
Возможно, они просто его интенсивностью выстрелов уничтожат. Черт его знает. Пока ничего не ясно. А может, и захватят заложники. Потому что действительно очень много здесь бойцов клонов находится. Здесь все дроиды были ликвидированы. И, безусловно, клонам надо сдерживать эмоции, потому что они видят здесь, например, шлема, лежащие от своих мертвых братьев. Кто-то продвигается вот здесь на базу. Я смотрю, здесь уже есть уничтоженные, кстати, немало дроиды-магностражи. Клоны продвигаются. Опять-таки имеются бойцы с гранатометом. Они могут просто взять и, по идее, стрельнуть, но почему-то они этого пока что не делают. Ну, по всей видимости, они сначала хотят попробовать взять его живьем, а потом, если ничего не удастся, то уничтожить. Ну, скорее всего, так, иначе не скажешь. Здесь уже остался один несчастный магностраж. Вот второго уничтожили. Да, это последний магностраж. Я думаю, его сейчас найдут. Ну, а генерала Гривуса просто... просто уничтожить выстрелом. И тем более он совершил фатальную ошибку. Вышел из своей избушки. Генерал Гривус, куда вы побежали? Неужели он хочет попробовать добежать до шаттла? Ну-ка, давайте посмотрим. Ох ты, да, я еще не видел такой концентрации выстрелов на одной цели. Посмотрите. Его нещадно расстреливают, уничтожают еще и эту избу. Да, он хочет сесть в шаттл и, видимо, улететь. Но слушайте, он заблокирован. Поэтому генерал решает спрятаться снова в здании, выбрать ту же тактику. Не знаю, что у него из этого выйдет. Но по несчастному генералу открывают страшный огонь. И я думаю, все-таки его бойцы решили взять в плен. Короче говоря, весь лагерь смерти был ликвидирован, теперь не предназначен для действий, соответственно, был освобожден данный сектор, потому что здесь специально был только один лагерь, он имеет доступ к секретности совершенно секретно, поэтому, соответственно, здесь никого поблизости не было, только один этот лагерь. Ну а генерала Гривуса, что с генералом Гривуса, в плен его возьмут, да и все. Недолго генералу осталось танцевать-то. Вот и очередное поражение сепаратистской армии дроидов. Ну а точнее, комендантов концлагеря. Ну а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото, еще увидимся. Since I was child, when I...